Ребята, всем привет! Гляньте, какой динозавр, как мой смартфон. Огромный, большой. А, это помощь водителю в дороге. Чего он сделан? Он, короче, сделан из шин. Прикольно, да? Гляньте, какие лапы. Сейчас я вот так вот сниму. Конечно же, нужно было обойти, но ладно. Короче, мы с вами приехали в такой город 12 месяцев. Гляньте, как красиво. Там такое есть здание, как Диснейленд. Сейчас я вам покажу. Так, карту долго я показывать, рассказывать, ребята, вам не буду. Если интересно, можно нажать на паузу и все посмотреть. Так, ребята, вот этот вот Диснейленд мне напоминает. Сейчас мы туда с вами попадем. Главное, что крыша в цвет бирюзы почти что. Небо такое вообще очень-очень жарко, небо красивое, очень жарко вообще. Такая жара, я выходил, смотрел в этом, в интернете 31 градус. Так, фотокомната на острове. Короче, фотографироваться можно. Так, меньше болтовни, больше интересных моментов. Все, оставайтесь со мной, и все самое-самое интересное вы увидите в этом видео. Ребята, канадский черный волк. Постараюсь наблизить поближе, приблизить. Им очень жарко, походу, наверное. Как я уже говорил, жара очень-очень-очень сильная жара. Ребята, гляньте, какие волки. Наверное, там мальчик и девочка. Видите, какие ямки себе понарывали. Так, из очков я ничего не вижу. Красивые. Ну. Ребята, чтобы вы понимали, это сибирский лесной волк. Парочка, наверное. Да, ребята, это пара, Тайчинар и Акбар. Мальчик и девочка. Им по 3 года. Еще молоденькие. Ребята, подошли люди с коляской, они сразу поднялись, 2. Тайчинар и Акбара. Все. Гляньте, как роет. Роет себе ямку. О, аж пыль идет. Только еще бы знать, где мальчик, где девочка. А это наблюдает. Все, пойдемте дальше с вами. Сейчас мы увидим с вами этого зверька, альпака. Тоже все, ну короче, все в теньку, понятное дело. Понятное дело, здесь их кормежка. Вообще шикарно. Вот если бы подошли, вблизи бы их заснять. Максимально, что я могу приблизить, это вот так вот. Сидят. Сейчас тенек закончится и повылазит поближе, наверное. Такая черная, такая модная у них стрижка, обратите внимание, вот это вот черный, такая стрижка хиппи. Все в этом, в сене, в соломе, шерсть. Так, ребята, сейчас мы увидим с вами антилопу. Пошли, папа, туда. Гляньте, какая. Привет, Канна. Привет, девочка. Привет, девчушечка. Боже, там и овечки. О, там целый зоопарк. Все, ушла на зов. Ушла на зов. Ребята, короче, она очень огромная. А, это мальчик. Это мальчик, это не девочка. Это антилоп. Боже, как ты кричишь. Козы. А ну еще раз. Рыкни. Я не успел включить камеру. Краса. Давай еще. Янтика.
Будешь? Ай, укололся. Будешь такое? Зеленое. Боже, тут целое семейство. Там баранчик, козочки. Тут дома скосинка тоже не каждую траву ест. Ну дай опять он капусту. Большая тебе. Нет? Нет. Поговорил. Все. Нема больше. Давай, кидай ему. Дай ему еще. На, мой еще когда свой. Капусту. Привет. На. Капусту дам. Ой, это ненасытная новоночка. Капусту дала. Белая корова. Что войнуете? Гляньте, какой бык огромный. Боже, боже. Пейте, дети, молоко. Будете здоровы. Гляньте, достала. Через ограждение. Беленькая коровка щипает. Дотянулась. Дотянулась. Что, нагнуть тебе веточку, да? Давай я тебе нагну веточку. На. Ребята, не знаю, что за растение, такой куст. Но мне понравился. Напоминает словно пух какой-то. Розовый пух. Ничего не вижу. В телефоне вообще ничего не вижу. Солнце светит. А вот, ребята, точно такой же, только уже такого белого цвета. Так, ребята, гляньте, какие хиппи. С такими челками модными. Да шо вам, шо вам. Сидят. Парочка, тоже видно парочка, потому что вон там, вот с этой стороны, дитё маленькое. Так, слышу там поросята. Поросята необыкновенные, тоже интересно, сейчас я вам покажу. Так, ребята, это был Хайленд. Шотландские коровы, да, мальчик и девочка. Папа свин, ребята, только что все... Боюсь тебя. Ребята, гляньте, как чешет бочок. Ой, не могу. Так, вышла девочка Фрося. Со своими этими поросятами. Гляньте, сколько у нее сисечек много, видите? Красивая девочка. Они все сразу к маме убежали. Их поливали водой, они выбегали. Потом опять все убежали домой. Заглядывают. Дикие кабанчики, привет. Привет, кабанчики. Кабанчики. Кабанюшечки. Мамаша пришла. Ох и мамаша. Со своими детьми. Боже, ребята, вас потом, наверное, зажарят и съедят. Так, ребят, сейчас увидим с вами бизонов, Дил, Вега и Америка. Где они? Вот они. Значит, у нас тут один мальчик и две девочки. Но вижу пока двоих. Гляньте, как роет. Копытцем. О, и ложится. Жара. Понимаешь, что жара. Кто-то спрятался один. Лошадки, фрезский конь. Извините, вы пока обедаете. Я вас немножко... Ой, сниму, хорошо?
Вообще мечтаю покататься на конячке. Конечно, немного страшно первый раз. Ну, первый раз всегда все страшно. Так, а там гляньте, кто у нас, видите? Это, наверное, мама и мой маленький ребенок. Красивые. Ну, потерись еще, как ты трешься. Ничего не вижу. Снимает, не снимает. Вы такие черные, что вас не видно там. Так, а вот и верблюд. Я на верблюде один раз фотографировался, когда был маленький. Походу мы ездили в Скадовск. И у меня есть фотография, ребята, с верблюдом. Реально. Еще цветная, представьте, это было. Не, это я еще в школу не ходил, да. Это я еще в школу не ходил. Говорят, что верблюды плюются, правда? Что здесь жуе? Что здесь жуе, жуе? Ой, сейчас мне плюнешь. Господи. Два горба. Красивый мальчик. Сейчас посмотрим, как он, как его зовут. Так, еще идет красавица или красавец. Да, постричься тебе надо. Помоги мне яблоком. Он зубами берет, мам. На, он зубами не берет. Ну давай, ниже вот тут. Давай, подойдем ниже. Да не бойся, на, на, наклоняйся. Наклоняйся, давай. Да наклоняйся на. Видишь, он губами берет. Ну давай вместе. Да давай, давай, губами он возьми. Я боюсь сама его. Да не бойся, он губами берет. Вот так. Саша, не будем давать? Это для кролика. Ребята, помните рекламу Твикс? Там... Нет, этот пикник был, я попутал. Это пикник был, где верблюды танцуют. Вот только что этот танцевал. Ну... Вот танцует. У меня когда камера отключена, она начинает вот так вот танцевать. Вот гляньте. Привлекает внимание. Точно как из этого. Из рекламы пикник. Так, ну эти курицы попрятались. Тоже спрятались. Так, ребята, страусы, не понимаю... Они ж любят жару. Это ж Африка. И тоже спрятались в тенек. Так, вон там третий. Ребята, гляньте, какой красивый. Привет. Ты меня не клюнешь? Красавец какой. Я бы хотел твое перышко, можно? Или ты сейчас меня клюнешь? Гляньте, какие красивые перья. Я думал, что я перо достану, я не достаю. Гляньте, какие ноги. Говорят, что они очень-очень сильные и быстро бегают. Там еще один. Так, на ферме страусы. А далее осторожно, чтобы не... Я хочу его погладить. У вас еще есть страусы на ферме? Так, и этот красавец сюда пришел. Ого. Ну, наконец-то вы походите. А то стояли, стояли. Все, уселись. Ребята, пойдем смотреть на жираф. Так, красивый такой замок вообще шикарный. Он действительно как замок. Что мне Диснейленд напоминает. Так, ребята, кто это? Жираф. У меня тоже есть фотография с жирафом. Только в этом, в киевском зоопарке.
Да, это маленький, это большой. Да. Мама, ты хочешь? Как папа. Да. Смотри, какая. Смотри. Китуся. Класс. Привет. Привет. Сереж, давайте Так, жираф как зовут? Так, Николай Степанович. Ну, а таких много. Странно. Да, Николай Степанович, вы очень красивый. Красивый очень. Знаете, ребята, его даже можно погладить. Вот, и она губами будет аккуратно собирать. Будешь так? Нет, не хочешь. Антону дай, дивися. Аня. Как вам, ребята, носорожек тоже в тенечке? Очень сегодня жарко. Наверное, мне кажется, это самый жаркий день, который был в этом месяце. Огромный такой. Гляньте, какой у него рог. Так, ребят, я это видео, наверное, остановлю. Иду пофоткаюсь с жирафами. Все, ребят, мне приятного аппетита. Сейчас поем и пойду дальше снимать видео.